Приветствую вас, здесь, в том, что вы описываете, есть такие, правильнее будет сказать, наверное, разрозненные кусочки информации, разрозненные кусочки проблем, разрозненные кусочки тех вещей, на которые вам нужно обратить внимание, на мой взгляд, поэтому будет несколько урывисто то, что я вам скажу. Первое. Мы с парнем часто ссоримся. Даже не важно, из-за чего вы ссоритесь, важен сам, вот, ну, сам факт того, что вы это делаете, сам факт того, что вы ссоритесь, вот. Если вы ссоритесь, то есть в этом ваша ответственность, то есть то, что вы ссоритесь с ним, это ваша ответственность, и я бы сказал, что, возможно, именно вам нужно ответить себе на вопрос, почему ссоритесь именно вы, да, то есть вот именно вы почему ссоритесь, то есть нет такого, условно говоря, понятия, что ссоримся мы, ссорится каждый человек, то есть вот именно каждый человек ссорится. И у каждого человека это выбор, это его выбор, ссориться, понимаете? Поэтому мне думается, что вот первое, на что вам нужно обратить свое внимание, это на то, почему именно вы ссорить. Вот. Именно вы. С чем связано? То, что ссоритесь именно вы. Какое вы ну, какой вы вклад вносите в ссору. Почему вы это делаете? Ну, понимаете? Какая штука? Это важно. И помогает, точнее помогло бы взять личную ответственность за то, что происходит. Ну, в том числе в ваших отношениях. Сейчас же, говоря о том, что мы ссоримся, именно мы, вы по факту снимаете с себя ответственность за то, что с вами происходит. Вот. Вы снимаете ответственность с себя. Дальше. Следующий момент. Вы пишете, что мы с ним ссоримся из-за его хорошей подруги, с которой он созванивается и списывается. Я никогда не видела ее и не знаю, какие у них в реальности отношения. Ну, здесь, скорее всего,
речь идет о том, что вы ревнуете. Вот. Речь идет о том, что вы что вы испытываете ревность. Речь идет о том, что вы не уверены в себе. Речь идет о том, что вы сомневаетесь в себе. Вот. Речь идет о том, что вы сравниваете себя с ней. Вот. Речь идет об этом. Скорее всего. Понимаете? Какая штука? А вы пишете, понимаю, что ужиться с этим не могу. С чем не можете ужиться и почему? Угнетает сама ситуация, что он не хочет прерываться на общение. Скажите, а почему он должен прерываться на общение, если она его подруга? Вот. Почему он должен прерываться на общение? То есть, вот, ну, на каком основании вы хотите, чтобы это произошло? Вот. Я уже не раз ему говорил, что не могу мириться с тем, что у него есть подруга. А что в этом плохого? То есть, вы считаете, что у мужчины не может быть подруги? Или что? То есть, вот, в чем именно ваше противоречие? В чем именно ваша трудность? Почему вы говорите, ну, почему вы так негативно на это реагируете? Вот. А дальше вы пишете, я постоянно в тревоге и чувствую беспокойство и боль. Ну, здесь, я полагаю, страх одиночества имеет место быть, вот. Плюс, я так думаю, что вы все же, ну, не уверены в себе, я так думаю. Дальше, вот вы видите, что и его боюсь потерять. Вот понимаете, ключевой момент здесь заключается в том, что вы не можете потерять человека. Потому что он не принадлежит вам. Вот человек вам не принадлежит, а вы боитесь его потерять, думая, что он ваш. Почему вы боитесь потерять его, либо с чем это связано? Далее, как поступить? Закончить отношения? Как поступить, чтобы что? Почему не понимать, что мне тяжело в этой ситуации? Потому что человек преследует свои интересы. Да? Человек преследует свои интересы, человек действует так, как хочется ему. Человек направляет свою энергию туда, где, куда ему хочется, вот,
И, в общем-то, все. То, что вам тяжело, это к сожалению, ваша ответственность. То, что вам тяжело. Вот. Но вы пытаетесь переложить ответственность за свои ощущения, да, на мужчину. И сказать, что это он ответственный за то, что вам тяжело, тяжело. Хотя на самом деле нет. На самом деле только вы ответственны за то, что с вами происходит. Вот. И связано это с тем, конечно, как вы воспринимаете себя. Связано это с тем, как вы относитесь к себе. Связано это с тем, как вы себя видите и видите ваши отношения. И, конечно, это связано еще и с тем, как вы воспринимаете отношения. Вот. Ну, именно отношения с своим молодым человеком. Дальше. У меня есть хороший знакомый, но не друг. Вы понимаете, что ваша социальная реализация, да, не имеет ничего общего с социальной реализацией вашего молодого человека. То есть, причем здесь то, что у вас есть знакомый. Здесь вы, на мой взгляд, сравниваете. Вот. Вы сравниваете себя и его. Так, мы не советуемся, просто общаемся по ерунде. Редкое общение, но почему мой парень мне запрещает не просто общаться? А вот это говорит о незрелости ваших отношений. Вот это говорит о том, что вы не зрелы в отношениях. То есть это говорит о том, что вы не очень друг другу уважаете, вы не очень друг другу доверяете. Вот. И... в общем-то, многое хочется вам для, ну, для себя, вот. Не для него, а для себя, вот. А, такая история, то есть запреты. Всевозможные запреты, ограничения, требования, претензии, вот, все это следствие того, что у вас не совсем, не совсем доверительные отношения, а больше, скорее, такие. Построенный на желание, ну, владеть, на желание обладать, причем как с вашей стороны, так и с его стороны тоже. Понимаете? Это очень важно. Дальше. Значит, как объяснить ситуацию, если я не могу общаться с парнями, а он имеет право иметь подруг женского пола? Нет, проблема в том, что вы ревнуете и в том, что позволяете молодому человеку давать вам такого рода запреты. Вот. То есть, вся история заключается именно в том, почему
почему вы почему вы позволяете давать вам запреты? Почему вы позволяете молодому человеку что-либо вам запрещать? Вот. Очевидно, что у этого также есть свои определенные причины. Вот. Ну, почему вы это позволяете молодому человеку? То есть, понимаете, да? Запрет. Запрет. Это не проявление любви и не проявление чего-то такого хорошего и позитивного для вас. К сожалению. Дальше. Я его совершенно не понимаю, все больше чувствую, что не могу жить с этим. Но проблема в том, что молодой человек в армии, ему нужна моя поддержка. Вот здесь, когда вы говорите про поддержку, речь идет про вашу жертвенность. То есть про ваше жертвенное, про вашу жертвенную позицию по отношению к себе и по отношению к молодому человеку же тоже. Потому что для вас то, что он в армии, означает, что вы должны жертвовать, собой, вот, и что вы должны делать что-то, что вам не нравится. Это позиция обесценивания себя и позиция, образно говоря, вашей личной безответственности по отношению к себе. Вот. Поэтому вы почему-то считаете, что должны молодого человека поддерживать, даже несмотря на то, что он ведет себя вот таким, по вашему мнению, не самым подобающим образом. Только потому, что он в армии. Вот. На мой взгляд, это, опять же, свидетельство того, что вы себя обесцениваете. А если вы себя обесцениваете, то и молодой человек также будет это делать. Ну, в смысле, также обесценивать вас. Вот. Его отношение ко мне я тоже не понимаю, почему он не хочет, чтобы я чувствовал себя спокойно. А почему я тоже не хочу, чтобы вы чувствовали себя спокойно? В ущерб себе. Он позволил себе дать вам запрет. Вы, условно говоря, этот запрет приняли. И позволили ему быть. Но вы обвиняете своего молодого человека в том, что он вам этот запрет дал. Но если вы не хотите следовать подобному запрету, то вы же понимаете, что не обязательно это делать, но вы делаете из-за страхов, из-за неверных представлений о себе, о нем и об отношениях в целом. Поэтому обратить вам свое внимание желательно именно на это.
именно на это, на то, почему я позволяю вот этой всей ситуации быть. Вот. Почему я позволяю всей этой ситуации происходить? Почему? Дальше. Ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, что за свое спокойствие ответственность несете вы сами. Не кто-то другой, а вы. И вам нужно, опять же, спросить себя, почему я не чувствую себя спокойно? Почему кто-то, вот в данном случае, подруга, да, может выбить вас из колеи, грубо говоря. Почему это возможно? Для вас. Чего вы боитесь? В чем вы не уверены? Вот. Не уверены ли вы в себе там настолько? И почему позволяете мужчине вас себя мужчине ограничивать вас? Вот. Я думаю, что это все из-за страха человека потерять. Но если вы боитесь человека потерять, то это означает, что он вам для чего-то нужен. Это значит, что вы с его помощью решаете свои какие-то конфликты. Вот. Понимаете? И я вот, честно говоря, не думаю, что решать свои противоречия с помощью другого человека, с помощью отношений, есть хорошо. Данная ситуация просто вскрыла ваши проблемы, вскрыла то, что вас волнует, вскрыла вашу неуверенность в себе и то, что вы в себе, допустим, сомневаетесь. Просто вскрыла. Вот. Нужно помочь вам себе разобрать. Вот. Себе разобрать. Тогда вы и отношения ваши с мужчинами в целом будут куда более гармоничными, чем они есть сейчас. Такая вот история. Такой вот момент, это то, что я могу вам ответить. Вот. По крайней мере, исходя из того, что вы описали. И вам нужно решить, куда дальше вы стремитесь, к чему вы стремиться будете дальше. Куда вы будете стремиться. В каком направлении? Давай молодому человеку то, что он от вас хочет получить. А вы вряд ли станете более счастливы. Вот. Потому что вы несчастливы уже сейчас. Так что очевидно,
стоит рассмотреть какие-то вот другие пути решения данной ситуации. Вот. И оптимальным вариантом было бы сначала разобраться в себе, а потом адекватно выстраивать отношения с мужчинами. Неважно, с этим мужчиной или с кем-то другим. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ будет вам полезен. Я надеюсь, что вам понравился мой ответ. Я надеюсь, что дал вам пищу для размышлений. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.